Так, кухня, гарнитур, плита газовая, колонка. Вот на улицу вид, улица Коммунистическая. Стол, стулья, холодильник. Так, натяжной потолок. Так, вот из кухни коридор. Это кладовка с инструментом. Так, вот коридор. Гардеробная. Так, и вот из кухни вход в другую комнату. Тоже натяжной потолок. Есть стол, немножко покоцанный. Кресло, стул. Ну, это остаток от какой-то мебели. Ну, можно использовать, можно выкинуть. Так, интернет-провод здесь первый. Дверь. Так, вот это я уберу, это стройматериалы остались, и коробку эту. Гладилка, утюг, окно тоже на коммунистическую. Идем дальше. Попадаем в санузел совмещенный. Ванна, полотенцесушитель. Здесь надо прибить гвоздик, можно его поправить, я займусь. Зеркало, такая вот полочка с стеклянными полками, и стиралка, это ставить, чтобы удобно, на ванну, тазик, унитаз, труба, здесь вот шкафчик технический. Эти лески сушить. Так, идем дальше в коридор. Входная дверь. Так. Здесь дверь в эту комнату. Здесь выбито стекло. Это можно решить, либо сюда ставить, либо купить новое полотно. Ну, разберемся. В общем, это мы готовы тут что-то сделать. Так, здесь большая комната, стол компьютерный, сумка и вещи — это мои, и вода, лампа, Wi-Fi роутер, большое окно во двор, такая кровать большая, икеевская, с матрасом, матрас после химчистки, то есть относительно чистый, Bosch. Так, стремянка, это столик тоже такой, ну, как тумбочка, и стеклянный шкаф большой, глубокий шкаф, сейчас можно открыть, посмотреть. Здесь сейчас старая постельная, его можно тоже выкинуть. Так, здесь вешалки, ну и здесь тоже всякие шкафчики. Так, вот коридор, вид на коридор со стороны комнаты. Наличники тоже поставлю, они есть, надо просто отпилить и наклеить их.